дорога идет по берегу Пянши, прямо вдоль реки Пянши. Ну, дорога пока плохая. В принципе, мне и сказали местные, что дорога не очень хорошая. 230 километров мне до Харога. По такой дороге, конечно, долго ехать. Только что проехал в поселке пограничную вышку с пограничником. Он мне помахал рукой. За рекой, судя по всему, Афганистан. Но никто у меня пока разрешения в погранзону не спрашивал, никаких постов не было. Только что на этой дороге мне встретилось три пограничника, наряд, судя по всему, вооруженных. Идут, охраняют границу. Но снимать их не стал по понятной причине. Но граница есть, пограничники есть. Афганистан тоже, вот он есть, видно его. Все-таки дорога, которой я ехал вчера и сегодня утром, хоть и тоже не очень было состояние, но веселее. Вот, а здесь пыльная, скучная. Одно хорошо, машин мало. Но сама дорога паршивая-паршивая. Остатки асфальта кое-где появляются. Видно, что ее не делали десятки лет, и делать, судя по всему, не собираются. Как в Таджикистане со столицы ездят в горный Бадахшан, я не знаю. По-моему, там заброшенная территория полностью. Но уже на следующий день я узнал, что очень скоро, буквально через неделю, здесь должны начаться масштабные ремонтные работы, и весь Памирский тракт закатают в новый асфальт. Итак, дорога к Харогу плохая, а в поселках она просто отвратительная. Разбитые колеи, вода везде бежит, разбивает. И так-то не быстро едешь, а в поселках вообще тащишься, плетешься. Вот так вот близко здесь афганский берег. Ну сколько здесь метров? 100, не больше. Дорога по верху, видно, идет. Вот такая вот. Не знаю, как там дорога, остановился, чтобы пропустить его. А то, может быть, там не будет уже широкого места. Пусть едет. Что-то как-то афганский берег более зеленым и гостеприимным выглядит. У нас тут теснины такие, что караул. Вот, здесь вообще искусственная стенка. Красота. Местечко дороги я снимаю на обратном пути. Что-то здесь мастерят дорожные рабочие, ремонтируя. Совсем узкое место, что-то бетонируют. На полпути Кулай-Хумба до Харога границу закрыли, дорогу вернее закрыли. Сказали, что ночью была какая-то перестрелка, а теперь сначала сказали, может быть, вечером откроют, теперь говорят, что сегодня не откроют, вообще неизвестно когда. О том, как дальше развивались события, смотрите в следующих роликах и читайте у меня в блоге. Вот его адрес. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.